котором мы живем, меняется настолько стремительно, что не знаешь, какое будущее нас ждет. Так говорят сегодня те, кто однажды выбрал для себя одну из самых сложных и вместе с тем интересных профессий – учителя, преподавателя родных языков народов Севера. Таких педагогов в Югре не так много, а в скором времени они вовсе могут исчезнуть вслед за уходящей культурой коренных жителей. Так кто же они, эти учителя, влюбленные в свое ремесло, хранители традиций народа Ханта и Манси? Роль учителя в жизни каждого человека трудно переоценить. Для одних он всего лишь проводник на пути достижения знаний, для других – помощник и друг, который так увлекает изучением своего предмета, что невольно заставляет их идти по его стопам. Большинство современных преподавателей родных языков решило стать педагогами еще в детстве. Благодаря тем учителям и воспитателям, которые изо дня в день на языках ханты, манси и ненцев объясняли им, как устроен непонятный для многих людей мир коренных народов. Пусть солнце с луной освещает вам путь, и звезды не перестают сиять. Так на родном языке приветствует школьников один из главных хранителей хантыйской культуры, которого в Югре знают почти все. Мария Кузьминишна Волдина 20 лет проработала учителем в школе села Казым и в педагогическом училище в Ханты-Мансийске, а потом еще более 30 лет отдала развитию национальной журналистики, выпуская газеты и радиопрограммы на хантыйском языке. В моем сердце вся природа, добрый нрав и ум народа, что ветвятся, как деревья, полны света и доверия. Как березка золотая, я свечусь на склоне лета, ничего я не скрываю. Мне бы успеть отдать все это, все отдать земле и детям, перетечь в сердца и души. Нет на свете доли хуже, чем отдать все это смерти. Как вспоминает Мария Кузьминишна, в детстве она стеснялась признаваться людям, что сама сочиняет стихи и называла их народными. А ведь однажды ее дед Николай Вагатов, будучи слепым, предрек внучке Машеньке стать олыкун, человеком перед людьми, стоящим в душу, входящий к людям. Со временем любознательная школьница выбрала одну из самых уважаемых профессий – учителя. Позже исколесила всю Югру в качестве журналиста, выпустила книги своих сказок и стихов, которые она до сих пор читает детям на русском и хантыйском языках. Без языка человек превращается в перекати-поле, а народ в кого превращается? Все, нет народа этого. Это хантыйские сами, они называются народ. Сегодня творчество Марии Волдиной, Вагатовой, до сих пор изучают на уроках родного языка школьники Югры. Но чтобы заинтересовать детей традиционной культурой, одному из лучших педагогов Ханты-Мансийского округа, учителю Казымской средней школы Любови Захаровой, пришлось менять свои стандартные уроки на новые с применением компьютерных технологий. Увлеченные смартфонами, нынешние ученики неохотно воспринимают информацию на слух, а теперь с помощью умной интерактивной доски, изучая хантыйский язык почти как на планшете, они лучше усваивают материал. Нет информационных технологий, нужно и учителю не отставать от этих технологий, уметь ими владеть и внедрять, применять в своей практике это. Чтобы дети видели, что вот у них какой учитель все умеет, и чтобы они тобой гордились. Проблема сохранения родных языков – одна из самых актуальных не только в Ханты-Мансийском автономном округе, но и в России, где за последние 150 лет уже исчезло 14 редких языков. Сегодня из почти 40 тысяч коренных жителей Югры свободно на родных языках говорит не более 15%, а пишет и того меньше. Если ничего не предпринимать, нетрудно догадаться, что станет с языками народов Севера через 30-40 лет. Язык потихонечку умирает. И пока у нас есть время, нам обязательно нужно будет его поддерживать. На самом-то деле очень мало детей, говорящих в школах. Очень мало. И дети не заинтересованы в изучении мансийского языка. А для того, чтобы повысить интерес к изучению, конечно же, работать должны мы здесь, учителя родного языка, те, кто преподает мансийский и хантыйский язык в школах.
Вера Яркина работает в единственной школе Октябрьского района, где учителя передают детям традиции народа манси. Из 500 жителей деревни Нижние Нарыкры на родном языке говорит от силы 5 человек. В школе и детском саду представители старшего поколения, педагоги и воспитатели учат с ребятами стихи и сказки, устраивают театрализованные представления на родных языках. Но вне школы и детского сада культура народов севера уже почти не сохраняется. И только в тех деревнях и поселках, которые расположены неподалеку от стойбища юрт, остаются немногочисленные носители традиционной культуры, которые продолжают общаться со своими детьми на родных языках. Всем известно, что семья и школа – это понятия неразделимые. Если дома родители не говорят друг с другом на родных языках, то за них это делают учителя. Они обучают детей самым простым словам и правилам, рассказывают о традиционном быте и промыслах коренных жителей Югры. Но если таких учителей не будет, то родные языки обских угров, подобно древнему латинскому языку, станут частью науки, интересной лишь узким специалистам, историкам, этнографам и лингвистам. Как сделать так, чтобы родные языки не исчезли в современном мире, и как помочь коренным малочисленным народам Севера сохранить себя как этнос? Эти вопросы находятся постоянно в центре внимания международных и российских экспертов. Все они понимают, что без языка не будет народа, а значит и не станет тех культурных и духовных ценностей, которые объединяют людей. Уже выдают ежик, ежик нент, ежик ходит, ниндам гад, мунгьон божий воюк сади, тап цангум хонанен, ход цангум хонанен, тохтан худум ежик санхмат, лоли худум ежик санхмат, си цангум хонанен ном сади, ерп ном, ерп ворп си нат номас нюк тайди, найн ворп нат нюк тайди. Когда каждый из нас, представитель своего этноса, будет разговаривать на материнском языке, языке своих родителей, своих предков, тогда, наверное, мы многое вместе сможем решить, потому что научное сообщество, государство не всегда могут помочь в этом вопросе самостоятельно. Мы не должны допустить, чтобы через какое-то время наши языки остались только на электронных носителях, в записях, в музеях, на картинках. Вот тогда это будет страшное преступление, наверное, мы все человечество совершит по отношению к родным языкам наших народов. Поэтому давайте говорить на родных языках. Ворпе шарма, лилт, юнцин, шармат мололал, манчи мотит, ширтот сунцин, мисны яласал, сохот нирхольт мист, карест, луемахольт хорин, рейн шармат, рейн арыш, йомас ненхольт йорин. Шора, шора, овыл тут, хота лалы карасуть, маса пегум йосагум, алмагеум сувагум, эллаль, эллаль, эргивот, эллаль, эллаль, маннасот, вильтум хорги овыл раз, шора, шора, маннакас. Я понимаю, что дети загружены, я понимаю, что нужно там соблюсти еще и там изучение математики и тех предметов, которые, соответственно, ну, вот, будут являться основой будущей профессии. Но мы не должны забывать о том, что те люди, которые работают с детьми, передают знания и языков, и культуры. Конечно, таким людям надо помогать, и чтобы страна ими гордилась, чтобы их уроки через новые технологии, цифровые технологии были доступны огромному количеству людей, чтобы они были не атрибутом, книгой какого-то очень такого небольшого локального масштаба, а чтобы этой работой гордилась вся наша страна, чтобы наш гражданин любого возраста имел возможность посмотреть, а что вот в Югре, какие замечательные традиции есть.
Хороший учитель не только тот, кто умеет преподавать. Он еще и творческий человек, который увлекает за собой других. Учитель родного языка из села Угуцургутского района Полина Нюклонкина поет с детства. Вместе с мужем Николаем, автором и исполнителем собственных мелодий, в свободное от работы время она обучает свою единственную дочь Инессу традициям юганских ханты. Мама с детства учит родным языком хантайским. Ну, я тоже пытаюсь понять его, выучить его. Некоторые слова я знаю. А так, когда мама говорит, я понимаю, но сама я не могу сказать предложение. Есть мечта. Я хочу сейчас отучиться, поступить, куда мама отправит. И тоже пойти на учителя, чтобы родной язык развивался, и чтобы его никто не забывал. Кто хочет, тот всегда всего добьется. А кому неохота, не будет учить, ему не надо это будет. Все равно у нас говорят на родном языке. И одежду свою одевают, поют, танцуют. Сказки пересказывает, все на хантайском языке. Вот, вот. Все, пока у нас все есть. Меня тянет к детям, и они ко мне тянутся. Другую работу мне не нужно. Я думал, что в хантайских семьях все дети отдыхают, а родители работают. Папа занимается оленеводством, ловит рыбу, мама готовит. Но оказалось, что это не так. Дети с раннего возраста помогают своим родителям. Кто-то вытачивает колья, чтобы поставить сетку. Кто-то помогает маме шить или готовить. У них особенно какая-то жизнь. То есть мы ищем какие-нибудь легкие пути, чтобы нам проживать. А они ищут более трудные пути, чтобы им дальше было чуть легче. Сегодня все школьники Югры, независимо от национальности, изучают культуру и традиции народов Севера на уроках технологии, физкультуры, географии и истории. Есть у них и предмет «родной язык», но решение, какой именно язык считать родным, принимают родители. Очень глубоко засело в родителях сознание, что хантайский язык, как межнациональный язык, он не нужен. Поэтому они всеми силами стараются, чтобы дети и дома, дети говорили только по-русски. Вот это очень мешает. В настоящее время образование в Югре получает более 7 тысяч детей из числа коренных народов. Из них ханты – 64%, манси – 32% и ненцев – всего 3,5%. Родной язык и культура изучается в 15 детских садах, 28 школах и 3 учреждениях дополнительного образования. У меня в группе только 2 человека манси, остальные русские, украинцы и киргизы, но они с удовольствием учат стихи, песни на мансийском языке. Стараюсь сделать все так, чтобы им было интересно, тогда они лучше изучают мансийский язык. В нашей стране создан благотворительный фонд по поддержке языков коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и подготовке профессиональных кадров. То есть государство и Ханты-Мансийский автономный округ, в частности, создали максимум условий для развития родных языков. Дело осталось за малым, чтобы представители коренных народов говорили со своими детьми на родных языках. А уж школы и учителя помогут ребятам направить их таланты в нужное русло. Снег, как пупица, кружится, пень с-под копытом. Нартов три оленя мчится по сугробам взбитым. Бор плетих ветра и тучи слышит поднебесье. Человека дух могучий к небу взвился в песне. Салы тонкий, но холмима, лоб ткнун, холь тует йонхи. Тует сып, хосыт, хурум салы, сунквину уй хатый.